Если бы вам необходимо было рассказать одну из самых важных идей вашей жизни, с чего бы вы начали? Меня зовут Антон. Полтора года я путешествовал по всему миру с программой «Орел и Решка». За это время мы объездили около 40 стран и около 65 городов, побывали в удивительных местах в самых разных уголках нашей планеты. Конечно, рассказать обо всем, что было, в коротком ролике просто невозможно, но если сжать эти полтора года до одной мысли, одного тезиса, то это будет ответ на простой вопрос. Почему люди путешествуют? Даже не так. Зачем нужно путешествовать? Так, если бы вам необходимо было рассказать одну из самых важных идей вашей жизни, с чего бы вы начали? Ну, наверное, с музыки. Зачем нужно путешествовать? 6 простых идей, которые я вывел для себя за полтора года поездок в режиме нон-стоп. Перезагружаться. Нам всем нужно менять обстановку и привычный образ жизни. Выехать из города, разбить палатку на краю земли, пить вино в Шанхае или Гиннес в Дублине, прыгнуть с парашютом в Аризоне или просто забыться где-нибудь на пляже. Отдохнуть, накопить сил и почувствовать, что ты снова готов к работе. Развиваться. Увидеть, как серфят на Гавайях, попробовать встать на доску, а уже через год катать как профи, приехать в Латинскую Америку, посмотреть, как танцуют танго или дерутся чулитос, увидеть местные граффити с непонятными надписями, сотый раз послушать Деспасито, вернуться домой и начать учить испанский. Вдохновляться. Любоваться фресками Сан-Иньяцио или узорами часовни Благодарения, прокатиться по каналам Венеции и увидеть закат над Толедо, найти дом, построенный на лаве в Исландии, или город на высоте 3500 метров в Боливии и понять, что для человека нет ничего невозможного. Знакомиться. Подружиться с растаманом на Ямайке, с пилотом в Коста-Рике, с бабулей в Перу, выпить кумыса в казахской семье и получить помощь, когда она по-настоящему нужна. Начать снова верить в людей и осознать, что хоть знакомство и нельзя повесить на холодильник, они – самый ценный сувенир. Сравнивать. Ворчать на климат, а потом посмотреть на активные вулканы в Никарагуа. Пережить легкое землетрясение в Чили и понять, что ты живешь в стране с прекрасным климатом. Ворчать на судьбу, а потом увидеть, как живут люди в Мумбаи. И понять, что живешь ты на самом деле очень неплохо. Посмотреть на другие порядки, законы. Посмотреть, как жизнь может идти по-другому. Или, как сказал сэр Ирвин Уэлш, только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос. Ты можешь увидеть, как люди платят за парковку в Европе. Как чисто в Токио. Вернуться в свой родной город и попробовать сделать его чуточку лучше. Путешествуя, ты понимаешь, что наша Земля очень маленькая, а перелет в другое полушарие — это не 7000 километров, а один раз поспать, два раза поесть, и ты уже на другом конце света. После того, как начинаешь путешествовать, понимаешь, что наша Земля — это большая коммунальная квартира, где нужно знакомиться со всеми жильцами и иногда заходить к ним в гости. Ты понимаешь, что мир открыт, нужно просто протянуть ему руку. Путешествуйте. Оно того стоит.